Парад Победы в 1945 году, это был очень большой, очень много людей приехали со всех фронтов. Фронт-то большой, войск-то много, заслуженных-то тоже много. И вдруг я, и каждый так понимал, что я и вдруг на параде. Там душа трепетала, стоишь, я даже так. Думаю, мама, я же здесь. Слушайте, шутка ли? Гитлер на всеуслышание по всему миру заявил, что он проведет 7 ноября на Красной площади Победы этот парад победителей фашистских войск. Но ему это не удалось. А мы в 1945 году мы вернулись как победители, и состоялся парад настоящей победы. Какой смысл был парада победы-то? Показать мост, вот какие мы кончили войну, на какие там хлюпики, так? А вот мы какие красавцы, как мы прошли. И мы прошли. Все без остатка сил, с полной отдачей голоса, кричали «Ура!». И вот в этот момент нам казалось, что вот этот миг слышит вся поверженная Германия, весь мир. Нам так хотелось, чтобы они слышали нашу победу. Победа ведь было бы не только у нас, вот то, что мы хотим, мы строим. Но ведь эти все и англичане, и французы, и греки, и испанцы, и норвежцы, и датчане, вообще вся Европа. Ведь они же бы были бы тысячелетним рейхом, они же бы были рабами. Мы знаем всю историю, нас никто никогда не побеждал. И нас никто не победит, потому что дух наш, российский дух, дух наш, родин, который впитан у нас на тысячелетия, он у нас остался.